Фашисти! 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 Меня сейчас толкают. Да стойте на тротуар. А вы кто такой? Да не надо меня толкать. Я на тротуаре нахожусь. Вы вообще кто? Согласно статье 5 закона о милиции, представьтесь, пожалуйста. Кто мне отдавал команду? Предъявите служебное удостоверение. Кто из вас препятствовал журналистской деятельности? У нас є права, і ми їх відстоюємо. А ви роби, за побіги продаєте. В цій системі ці бандити. Ви хто? От ви хто? Тихо. Ви хто? Хто напав на журналіста? Ще раз об'ясніть. Кто вы? Предъявите, пожалуйста, служебное удостоверение. Вот мое служебное удостоверение. А ваше? Кто вы? Статья 5 закона милиции. Не слышали? Не слышали, да? Почему вы нарушаете закон? Окей, хорошо. Це консультація факта, розумієш, воно скоро це, консультація факта.